Весело и задорно прошло мероприятие, посвященное детской книге в библиотеке имени Гаспринского под названием «Оху. Дунья Сены Нолсун». В читальном зале воспитанники крымско-татарской группы «Кунеш-Нурлары» детского садика «Аврора», педагоги и родители. Встречи, посвященные детской литературе, библиотека проводит второй год. Их цель – привить детям любовь к чтению, книге и родному языку. Группа мазнен без балачхларнен ширлер. Огрендак ве ер. Ширлер ве ер баряханда. Мен белесем бірінчіден ана тілі мызге, мединет мызге, севгі ашламах, авеслікны мирахыны артырмах, чун мына бу тедбірлер кечірле. Ве бүгін бізні мили китапханымыз давет етті бұл тедбірге, біз пек мемнонымыз, ве авеслікнен бүтін группанен келдік. Для детей в библиотеке подготовили книжную выставку «Разное чтение», на которой была представлена детская литература. Для них также организовали музыкально-развлекательную программу, мультфильмы и загадки на родном языке. Маленькие гости порадовали стихами и песнями. Бағын үскөке бұлытылар ұча, күніштік кісе нұрчықлар сача. Насыл бұғу зел, әжай епмесін, табиатыле сызылған рысын. Бағын үсбар, азбарны сарды, қызарды сар, нет көзел ұлды. Бағын үсбар, орталақ. Килгер хусуар, чайруар, гуль тупуа по бахтияр бауар, наврес иран ярвайвар. Не гудель хрымын бары, бах бах чачичик верачханда, чеми торгаляр чирогда, челерге экилер сачханда. Каждый маленький гость группы «Кунеш-Нурлары» получил подарки и море эмоций.